Всем доброго времени суток, с вами Терракот, и мы продолжаем прохождение DLC ко второму Dark Souls, а именно DLC Корона Старого Железного Короля. Итак, в прошлой серии была зачищена третья башня, найден, получен скипетр. Хотя выглядит он, конечно, я бы не сказал, что это скипетр. Он выглядит очень похоже на вот этот литой клин. По сути, чуть-чуть видоизмененный литой клин. Ну и остается активировать, вставить этот скипетр в основной башне. Но я решил, прежде чем это делать, все-таки проэкспериментировать с прыжками, потому как если я вставлю скипетр, то лифты активируются. Мне интересно узнать, куда я вообще могу добраться с помощью прыжков без лифтов, без активации скипетра. И вообще, смогу ли я куда-то вниз попасть без этого скипетра, просто пропрыгав. Так что придется сейчас немного переодеться. В принципе, можно поставить просто заклинание «Осторожное падение», и тогда можно не одевать другие предметы, снижающие урон от падения, потому что оно минимизирует полностью. И какая бы у меня загрузка большая не была, ну, насколько я помню, то оно так работает. Ну, для прикола я... Блин, херово, конечно. Сочетается... Можно, конечно, колпак шута. Ну, по-моему, блин, в этой шляпе еще прикольнее будет. Блин. Ну, с лунной шляпой, по-моему, самый такой прикольный вид. Не знаю, что можно еще сюда такого прикольного одеть. Можно это, но это так себе. Но я думаю, так лучше всего будет. Защита у меня, конечно, всратая будет, но... Оружие нормальную какую-то катану стоит поставить. Ну, пусть будет клинок берсерка. Хотя... Ну... Идите, она длинная. Не, не смотрится, не смотрится. Ну и вместо этого что-то тоже более полезное. Не знаю, пусть так будет. Ну и заклинание поставить вместо теплоты. Осторожное падение. И сверху начнем. Перчатки вообще-то можно было бы тоже какие-то не черепашьи одеть. Да, в принципе, смотрится неплохо, я скажу, с черепашьями. О, ты стри. Дратути. Дратути. Осторожное падение, много кастов, я скажу. Надо, наверное, посох в другую руку поставить.
О. Броня рыцаря крови дракона. Прикольно. Итак. Высока вероятность того, что я убьюсь. Ну да ладно. Начнем мы вот с этого места. Урона нету, потому что осторожное падение минимизирует. Ни хрена здесь вообще нету. Зато можно пройти здесь. По идее, это должно куда-то привести, хотя не уверен. Я могу сейчас просто упасть. Оно все уже и уже. Ну, раз я здесь, то куда можно спрыгнуть? Надо подумать, куда можно спрыгнуть. Каша высоко везде. Придется вот сюда, а потом куда? Я не знаю. Надо продумать заранее, куда потом прыгать. Я сейчас убьюсь, наверняка. Да, это слишком высоко было. Угу. Вот лифт. Может быть, если бы я на лифт спрыгнул, я бы не убился, хотя я не уверен. Вообще-то, можно было не использовать кольца защиты жизни. Ну да ладно. Так-с. Одно проверено. Если отсюда, во. Вообще, сюда должен выжить. Ух ты. Не, снова здесь. Здесь, конечно, место не из лучших. Проблема в том, что я не вижу. А где там... Это платформа с лифтом. А ну-ка, он меня заметит сейчас? Нет, не заметил. Ладно, тогда я попробую. Просто пробежать. Где-то в другом месте попробовать спрыгнуть. Может быть, там получится. Вот, блин, здесь место плохое. Сырая плоть у меня есть. Но этого может не хватить. Ух ты, они могут бочкой атаковать. Вот это да. Сейчас рванет кто-то.
Че он не взрывается? Он уже в огне. Здесь тоже может так. Ты смотри. Он сейчас от огня сдохнет, да? Сдох. Что-то выпало с кого-то. С кого, непонятно. Черная огненная бомба. Человеческая фигурка. Интересно. Здесь... Ну, это ко второму костру. В принципе, можно было и не проходить этот путь. А лифт, вот он. Я не знаю. Теоретически можно, наверное, спрыгнуть с той платформы, но практически... проблематично будет. Ладно, попробую я все-таки наверх забраться. Там пламени уже нету на той башне. Противники, придется зачистить их. В принципе, этого достаточно. Такс. И здесь надо очень точно рассчитать прыжок. Туда я убился. Бляха-муха. Сюда я тоже убился, значит, никак. Разве что может быть, если бы я запрыгнул в этот проем, но не факт.
скорее всего, я бы тоже сдох. Значит, там никак. Это, кстати, хорошо, что удалось допрыгнуть. Так-с. А ну-ка, куда еще можно? На крыше. Я еще хотел проверить. А ну-ка, кстати, можно ли? Нифига себе! Етить, колотить. Вот это да, я не думал, что сюда можно допрыгнуть. Раз я здесь, то... Так. О, вот так. Интересно, интересно. И, кстати, что самое важное, это то, что можно отсюда выйти без, скажем так, без использования пера или там знака тьмы. Вот, эстрис, здесь одна оценка есть. Сколько, я не помню, всего их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По-моему, всего 10 их. Если я еще одно напишу, то оно сотрет какое-то предыдущее. Блин, хреново, что их всего 10. Можно ли запрыгнуть туда дальше? Ну, наверное, нет. Даже продумали вот этот выход отсюда. Кстати, еще по поводу пепла. Если бы это был пепел, в реальности его ветром бы отсюда уже давно сдуло. Поэтому еще больше. Ну, похоже на то, что это... На то, что это снег, а не пепел. Так-с. Не помню, здесь кто-то... Нет, здесь больше никого. Если я спрыгну на крышу этих домиков, скорее всего, это будет жопа. Почти наверняка. Вот оно как, я умер даже не упав в самый низ, а прямо на краю. Я думал, я просто соскользну вниз и убьюсь от падения вниз. Но даже по-другому получилось. Пора уже, блин, кольца чинить. Придется сейчас загонять, подчинить кольца. Итак... Я опять здесь. В принципе, отсюда вестибюль виден, но по идее в вестибюль можно спрыгнуть.
сюда, значит, никак без активации лифта. Здесь и пройти даже нельзя. Кто-то ходит там. Зачем вот это дело, я понять не могу. Зачем эта тележка здесь висит? А если... Нет, не ломается. Интересно, как на козырек можно спрыгнуть. Здесь я был. Месть впереди. Может помочь огонь, короче, уничтожение. Что, реально можно какой-нибудь бомбочкой это подорвать, что ли? Нифига себе. Офигеть просто. Кто бы мог подумать, что можно так сюда попасть. Охренеть. Я вообще не замечал, что тут бочки стоят. И отсюда, в принципе, можно, мне кажется, с лука отработать по этой толпе. Но здесь ни хрена нету, кроме этого. Это, конечно, упростит дело. Можно сюда спрыгнуть. Но ничего такого прям сверхъестественного здесь нету. Но это прикольно, блин, над одним секретом больше. А что здесь вообще? Что вот это за проход? Притом он идет туда вправо. Куда он может идти? Охренеть здесь. Тайники какие-то. Может сюда вообще запрыгнуть как-то? Никак, это откуда-то спуск. Ну откуда? Едить. Что здоровое ходит? Так, с куда можно спрыгнуть отсюда? А ну-ка. Вон там проход. Но это, видимо, лифт должен быть. На лифте надо приехать туда. Я туда запрыгнуть вряд ли смогу. Ну тут либо надо прыгать на выступ в вестибюле. Причем, скорее всего, я убьюсь. Либо... Ну нет, туда я не допрыгну. А хрен здесь. А я даже не уверен. На выступ в вестибюле, возможно, и не получится запрыгнуть. Ну-ка, заодно мне интересно, что будет, если я одену и это, они оба сломаются или одно из них только? Так, ну что ж. Да. Защита жизни сломалась. Защиты души, походу, нет. Может быть, если бы я допрыгнул до вот этого уступа. Ну, скорее всего, нет, скорее всего. Я все равно бы сдох. Так что прыжками здесь до костров не добраться. Да, только это сломалось.
А ну-ка, если я здесь бомбочку кину, может быть, тоже дверка откроется? Нет. Так, ну в таком случае еще вариант. Там дальше один есть с прыжком, но это лучше из вестибюля пробовать. У меня появилось предположение, может быть, если я скипетр использую, тогда оживут эти. Будут оживать эти доспехи. Не то. Кстати, вместо этого кольца лучше одеть. Это они. Да ёптить. Да, таки друг. А этот, кстати, не хочет идти. Давай. Здесь надо бежать. Наводящееся говно. Мимо. Ну да, тут с третьего костра, с вестибюля лучше было заходить. Ну, кстати, еще один пример того, что гораздо больше это все дело на снег, похоже. Ёптить. Это дело упало вниз. Если бы это был пепел, тут уже давно бы сдуло все это. Ого-го! Нифига себе, заруба тут началась.
Тем более, учитывая то, какая здесь большая высота, здесь ветер по-любому большой. И он по облакам тоже можно увидеть, какой там сильный ветер. Это где-то внизу он бы мог быть слабым. Но на такой высоте по-любому будет сильный ветер, поэтому пепел бы уже давно сдуло. Так-с. Ух, кто-то сдох. Мне наверх надо. Вот на вот этот второй ярус надо спрыгнуть. Ух ты. И оно выжило. О, отлично. Сдавайся. Тоже бесцельность. Запасная зона, но относительно. И ни хрена здесь нету. Да. Я думал, здесь какой-то секрет да будет. Отстой, отстой. Но больше ничего здесь и нету. О, тенистый кинжал. Отлично. Very good. Very good indeed. Вот это очень интересно. Вот он. Острый кинжал. Кинжал был создан специально для смертельных ударов в спину. Один точный выпад, и дело сделано. Хо-хо-хо. Ну, кстати, он на парирующий чем-то похож. Но удар у него не выпады. Так, мувсет. Ну так, знаешь, как земля. Как мувсет, 53 плюс 84. Эссет ловкость, ого. Ничего себе. Это самый крутой кинжал получается. Ни у кого нету от ловкости эс, даже при полной прокачке. Офигеть, офигеть. 130 сил ответного удара. 150 здесь. Интересно, интересно. А, и кстати, я в прошлой серии нашел заклинание в той третьей башне. Заклинание это... Воспоминание, вот оно. Порча, созданная детьми тьмы, выпускает множество сфер тьмы, которые сами находят себе цель. В древние времена существовали порчи, дававшие некоторую власть над тьмой. Похоже, что дети тьмы еще помнят создателей этих заклинаний. Тридцать пять тридцать. Одна ячейка, шесть использований. Так, ну и остается прыжки отсюда с вестибюля, но отсюда... Не, ну на вот этот
парапет, я думаю, должно получиться запрыгнуть. Вон там, по-моему, какая-то платформа. На платформу, скорее всего, тоже получится запрыгнуть. Такс. Да ну нихера себе. Нет? А как так-то? Как так-то? Здесь вот не так высоко. Почему? Такс. Ну-ка, надо еще раз попробовать. Можно катану. Ну, это ничего не даст. У меня минимальный был урон. Надо просто подумать. Там та платформа лифта или что-то было. Она вроде как выше всего. Стоит на нее, по идее, прыгать. Ну хотя, походу, я тоже убьюсь. Вот одна, а вон, кажется, вторая. Крылья? Ну, я думаю, да. Может. А ну-ка. Не, нихера. А, вон, вон. По-моему, та чуть-чуть выше. Туда надо попробовать спрыгнуть. А эта платформа, скорее всего, приедет наверх, если я активирую скипетр. Поэтому мне надо на ту прыгать, но там проблема в том, что я не смогу на нее запрыгнуть. Я, если с прыжком туда прыгну, то перекатом я в пропасть улечу. Если же без прыжка, то я... Ну, в смысле, даже если с разбега, то будет перекат. Я в пропасть улечу. Если без разбега, то я не допрыгну, скорее всего. Угу. Я таки допрыгнул. Но все равно высоко. Не, это херня. Это полная херня. А, там, где к саламандрам надо прыгать, там больше высота. И там можно выжить. Здесь же высота меньше, и ты умираешь. Мне кажется, это просто специально сделано для того, чтобы сделать невозможно такой вариант проникновения без скипетра. Ну, можно, конечно, попробовать сейчас спрыгнуть вниз. Тем более, я помню, в PvP чудак упал вниз и выжил. Он упал не на эту гору, по-моему, а в самый низ. Ну вот, пожалуйста, я в самом низу. Надо попробовать не сюда, а на землю. Он на землю, по-моему, упал и выжил. Да, вот, пожалуйста, я выжил. Меня сейчас будут саламандры заколупывать.
А ну-ка, прыжок туда, к саламандре. Пожалуйста, жив. Ой-ой-ой, плохо. Едите, они меня заспамили шарами. Пока Спиран Эстус переключался. Надо было в нору бежать. Там бы выжил. Ну вот такие дела. У меня колец уже нету, по-моему. Надо опять к дереву гнать. Later. И еще небольшой эксперимент. Я уже проводил его. Если здесь спрыгнуть... Вот туда прямо там можно выжить, а если в самый низ, то нельзя. В принципе, можно сейчас проверить. Да. А вот туда можно. Но как бы там ни было, к саламандрам гораздо выше высота, гораздо больше, чем там, в мглистой башне. И при этом здесь можно выжить, а там нет. Ну, вот то самое сообщение. Короче, это специально сделано для того, чтобы невозможно было туда проникнуть без скипетра. Хотя, может быть, с крыльями туда можно будет проникнуть. Но я не уверен. Ну что ж, на этом мы эту серию зарешим. Такая тестовая. Но в следующей серии уже примемся за исследование дальнейшее этой локации. Остается там два костра. Ну что ж, всем спасибо, что смотрите. До встречи в следующей серии. Всем пока.